Давайте рассмотрим такую ситуацию. Как будто бы чуть сложнее, но на самом деле нет. Да, раз. Я снова передаю над плечом и вставляю сюда ногу и перехватываю в эту руку. Получается габергард, если не ошибаюсь. Да, отсюда смотрите. Это тоже вот похожая ситуация, когда мы здесь держали. Тоже вы не даете вырасти оппоненту. Очень сложно ему здесь, да, потому что я за счет этого захвата очень хорошо тяну его вниз. Но для чего он мне нужен? Вообще, мне нужен для того, чтобы вот как раз снова взять вот этот захват и перекрыть один сонник. Да, отсюда смотрите, что я делаю дальше. То есть можно попробовать здесь поделать. Но мне нравится чуть более тяжелый вариант. Да, я контролирую вот эту руку. Да, и чтобы мне достать ногу, можно было и чуть развернуться в эту сторону и набросить ногу ему на голову. Да, и здесь доделать. В идеале, если вы еще и сможете, например, здесь. Вот у меня просто здесь лапелла не хватает, но в идеале, если вы сможете еще заплести сюда ногу ему под руку, и он тогда просто вообще не выберется, у него нет вариантов выбраться. Можешь показать такое? Да, да, давай. Пойдем. Передали над плечом и вставили в этот захват ногу, передали в противоположную руку и сюда. Отсюда я контролирую эту руку, могу упереться сюда ногой, да. Раз, развернулся опять перпендикулярно, снова углы и набрасываю ногу на голову, отсюда доделываю. Только закрытый гард, я передам, так сказать, в массы весь тот опыт, что я накопил за время своих тренировок. Будет много техник, много времени мы здесь сегодня проведем, но постараюсь все самое полезное и интересное уместить. Поэтому я надеюсь, что люди все-таки унесут, да, ну это в их интересах. Все рабочее такое будничное, соревновательное.